Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. И сегодня у нас, значит, какой видосик? Приобрел себе новый смартфон Galaxy S24 Ultra. И, естественно, мне надо же переподключить мои часики Galaxy S6 Classic 47 мм к смартфону новому моему. Ну, естественно, без потери данных. Поэтому мы будем это делать. Но перед этим, дорогие друзья, говорим вот об этом циферблатике. Это фирменный циферблат канала СВ. Если вы его приобретете по ссылочке в описании видео, вам достанут еще некоторые фишки, а именно эксклюзивный телеграм-канал. Туда доступ, и там очень много интересного. Ну а мы к нашему видосику. Что мы с вами, значит, делаем? Идем мы с вами в настройки, спускаемся в самый низ, здесь у Galaxy Watch, дальше в самый низ, и здесь перенести данные на новый телефон. Нажали галочку, и дальше видим вот такую информацию. Запуск переноса, Galaxy Watch 6, видите, на новом телефоне появится всплывающее окошечко. Оно появилось, мы нажимаем подключить. Естественно, наши часы и наш смартфон должны быть в одной учетной записи Samsung и, по-моему, даже Google тоже. Соглашаемся с галочками со всеми и нажимаем «Продолжить». Дальше вот он просит уведомления такие, короче, мы это все дело разрешаем. Теперь Google у нас, значит, принимаем и прем дальше. Начинается перенос. Мне просто самому интересно, насколько это будет, так скажем, практично, что перенесется ли все или нет. Переносик идет. Конечно же, вот эта вся быстрота зависит от возможности смартфона. Чем мощнее смартфон, тем быстрее перенос. Ну и еще, естественно, передача там Bluetooth, Wi-Fi и т.д. и т.п. Быстренько прям до 100 у меня долетело. Ожидаем. Так, ну здесь уже вроде как и все. Здесь Galaxy готов к работе. Как вы видели, очень все быстро. Но это Samsung к Samsung. Не знаю, как будет это все происходить. Samsung не Samsung, но, как вы видите, очень быстро. Единственное, как я уже сказал, у вас должен быть уже Galaxy Wearable. Он должен быть уже плагин для ваших часов тоже также установлен, скорее всего. Ну, хотя это может, наверное, все автоматически установиться. Ну, пока вот так. Циферблат, кстати, интересно, здесь такой, почему-то он у меня не поменялся. Здесь у меня вообще другие циферблаты, здесь тоже другие. Ну, давай управление, видите. Тут циферблатики другие, но хотя уже точно все подсоединено. Поэтому, слава богу, сейчас, видимо, все остальное, те приложения, которые были у меня на часах, вернее, циферблаты, которые были на часах, должны перекочевать и сюда, в Galaxy Wearable, и здесь проявиться. Ну, вот такой вот видосик. Думаю, возможно, вам было это полезно. Вы же были на канале SmartWatch. Подписывайтесь. Спасибо за внимание. Пока.